Еще одна новость сегодняшнего заседания правительства. Министерство образования Чувашии предлагает запустить специальный республиканский проект «Льготная ипотека для молодых педагогов», чтобы таким образом привлечь выпускников вузов в школы и детские сады. Учителей и воспитателей моложе 35 лет в республике всего лишь 16%. Об этом заявил сегодня на заседании правительства министр образования Юрий Исаев. Детские сады сейчас нуждаются еще и в логопедах, потому в ведомстве хотят в ближайшие годы увеличить число таких специалистов в штате садиков. Растет количество школьников, особенно в городах. Так, в Чебоксарах за последние 3 года учеников стало на 6 тысяч больше. Увеличение количества школьников стоит перед нами новые задачи – ликвидация второй смены. В настоящее время во вторую смену в Чебоксарах обучаются почти 4 тысячи школьников. В целом почти 7 тысяч детей, к сожалению, вынуждены обучаться во вторую смену. И поэтому активное продолжение строительства новых школ, как я уже отметил выше, для нас является первоочередной задачей. Так, в ближайшие годы в Чувашии предстоит построить или реконструировать 31 школу. Еще 70 ждут капитального ремонта. В основном там требуется замена системы теплоснабжения, котлов, крыш и оконных блоков.